Совсем недавно, в первый день зимы, в Казанском федеральном университете появился новый музей. Торжественное открытие музея имени Николая Лобачевского состоялось в день рождения великого математика. Музей расположился в ректорском доме, в котором когда-то жил сам ученый. Кроме этого, 1 декабря состоялась торжественная церемония награждения премии Лобачевского, посвященная 225-летию рождения великого ученого. Премию и вознаграждение в 75 тысяч долларов получил американский математик Ричард Шен. Это решение принял Международный совет ведущих математиков мира. По средам традиционно у ректора собирались профессора вместе со своими семьями, женами, детьми. Сюда приходили студенты, попечитель Казанского учебного округа Михаил Николаевич Мусин-Пушкин. За беседой они интересно проводили время. Мы будем рассказывать про экспонаты музея Лобачевского, а также об экспонатах выставок, которые здесь будут проходить. Не все знают, что, несмотря на свою известность и значимость для современного общества, трудно сказать, как выглядел Николай Лобачевский. В коллекции музея имени Лобачевского Казанского федерального университета имеется копия портрета молодого человека, единственная работа Владимира Щеголькова. Человек на портрете очень похож на Николая Лобачевского. Именно поэтому долгое время считалось, что на портрете изображен именно он. А многие исследователи считали этот портрет лучшим изображением известного математика. Но сейчас абсолютно точно известно, что на портрете изображен не ректор Казанского университета, и это придает еще больше тайн этому загадочному человеку. Музей будет использоваться не только в культурно-просветительских, но и в образовательных целях. Здесь планируется проводить регулярные экскурсии и лекции, а про некоторые экспонаты музея Лобачевского ты узнаешь на нашем канале. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.